Торговый комплекс «Тандем» известен своей традиционной ярмаркой недвижимости. Посетители могут проконсультироваться со специалистами в выборе квартиры, узнать об ипотечном кредитовании, пообщаться с представителями страховых компаний. Тему продолжит Наталья Чекет. Вопрос недвижимости так или иначе касается каждого. Один день, проведенный на ярмарке недвижимости, может сэкономить 2 или 3 недели разъездов по офисам продаж квартир и земельных участков. Посетители могут сравнить и выбрать для себя подходящий вариант в одном месте. Посетитель, придя на ярмарку недвижимости, может получить полный спектр. Вот все, что касается недвижимости. Риэлторы могут подобрать вторичку. Есть предложения по земле, стройматериалы, все что угодно. Здесь же представляют свои услуги банки и страховщики. Мы являемся как бы участником этой ярмарки не первый год. Мы уже с 2016 года постоянно здесь выступаем, показываем свои проекты. Данная ярмарка недвижимости, да, позволяет нам как раз доступно объяснить покупателям, потребителям, просто проходящим людям, да, увидеть именно сам объект и возможности нашего банка. Ярмарка недвижимости – самый масштабный и посещаемый выставочный проект, посвященный рынку недвижимости. Торговый комплекс «Тандем» не первый год является площадкой для проведения данного мероприятия. Оно получило много положительных откликов от жителей Верхневолжья. Прошедшую выставку посетило более 12 тысяч жителей и гостей региона. «Тандем» – это та площадка, где, во-первых, это перспективный и современный торговый комплекс. Он интересен жителям, он коррелируется с идеями. То есть покупатель может здесь найти жилье, найти материалы для ремонта этого жилья, да, для того, чтобы могли сделать отделку, и тут же обеспечить ее мебелью, наполнению этого жилья. Еще одним важным направлением работы ярмарки стало консультирование посетителей. Так, Управление Росреестра и филиал Федеральной кадастровой палаты по Тверской области ответили на вопросы, связанные с постановкой объектов на кадастровый учет, а также государственной регистрацией прав как на земельные участки, так и на дома. За время работы выставки ее посетило несколько тысяч человек.